Skulle se in. Мы неизменно придаем большое значение тесным контактам с представителями различных конфессий в ближневосточном регионе, учитывая необходимость делать все, чтобы не допустить межрелигиозного, межцивилизационного раскола в этом ключевом районе мира. Обстановка в регионе вызывает глубокую тревогу. Сильно страдает родная для вас Сирия, но не менее сложные проблемы проявляются и в Ливии, и в Ираке, и в Йемене, и в других частях ближневосточного региона, где серьезные угрозы возникают в отношении того, что террористы могут укрепить свои позиции. Ближний Восток – это колыбель христианства. Христиане жили там более 2000 лет, и необходимо сделать все, чтобы цивилизационная ткань этого региона сохранилась и не была нарушена. Syria, as Your Excellency mentioned, is the birthplace of Christianity, and the Syrian people have ties with the Russian people for quite a long time. Both in terms of the Orthodox faith that we share and the Christian faith we share, and also in terms of the friendship that exists between the Russian and the Syrian people. اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول مصير المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط وكذلك قضية. We know Russia has a big role to play in the area, and we know Russia can help us. Not only to defend terrorism, but defending terrorism in order to establish peace in Syria. Yeah.